Мы выполняем нелегкую задачу, которая на нас была возложена. Из Украины пришли письма. Люди восхищаются вашим мужеством, вашими поступками. Они хотят просто вам какие-то благодарственные слова сказать. Сейчас раздадут письма. Посчитайте, пожалуйста. И не забудьте позвонить своим родственникам, родителям и сказать, что у вас все хорошо. Что-то так хорошо знает историю. О, Наталка. Наталка, это нормально. Все матросы, да. Ну, думал. Меня зовут Виктория, но меня родные всегда называли Викуси. Викуська, Викуська. Спасибо, Викуська из Ивана Франковска. Какой ровный почерк.